Здравствуйте. Я вам еще хочу зачитать очень интересную историю о пожилом индейце Чироки, который наставлял своего внука, объясняя ему смысл жизни. Вот что он говорит. «Во мне идет постоянная борьба. Это жестокая битва между двумя волками. Один из них – зло. Это гнев, зависть, горе, сожаление, жадность, высокомерие, жалость к себе, чувство вины, негодование, ощущение неполноценности, а также ложь, гордыня, стремление к превосходству и эгоизм». Также он продолжал. Другой из них – волк, это добро. Это радость, мир, любовь, надежда, спокойствие, смирение, доброта, благосклонность, сочувствие, великодушие, истинное сострадание и вера. В общем, все, что относится к доброте. Вот такая же борьба происходит и в тебе, и в каждом человеке. Внук задумался на минуту и спросил деда, «А какой же волк победит?» Пожилой индейец ответил очень просто, «Тот, которого ты кормишь».